Всем привет. У нас тут битва птицы с деревьями. Добрый вечер. Привет. Здравствуйте. Не успела заснять, как он залезает на дерево. Но зато совершенно точно увидим, как он слезет. Мансуру сейчас 3 года. Такие медведи в неволе живут до 50 лет. Надеюсь, не упадет. Высоко, а? Вот, чтобы масштаб был понятен. 1 метр, наверное. Не знаю даже, сколько, а то ерунду сейчас скажу. Вот, слезает. Да, чешем березкой, ага. Вот так вот аккуратно слезаем. Побежали, Мансур, да? Побежали. А прыгать будем, Мансур? Ну-ка, давай прыгай, мы в эфире. Вот мама. Мама пришла. У мальчика игривое настроение. Он только что слез с дерева. Да. Береза мешает, ага. Ну что скажи, Лада? Чем пахнешь? На. Альпинистка, скалолазка, ага. Маме позвонил телефон. Мансур не любит, когда при нем разговаривают по телефону. Поэтому мы отойдем. Будем прыгать, Мансур? Прыгать будем? Давай. Опа! 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 Не знаю, видно, что мы прыгали или нет. А! А, да? Давай. Ну, там близко к красной этой. Да, странно. Всем привет. Спать мы сегодня не собираемся. Не собираемся спать, а? Что? Что, будем прыгать? Будем прыгать? А, малыш? Малыш, будем прыгать? Ну, что, мы хорошие. Скажи всем здрасте. Прыгает, ага. Вот. Я не разговариваю по телефону, Мансур. Не разговаривай, не волнуйся. Прыгать будем? Будем прыгать? Прыгать будем? Давай. 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 Ты мой хороший. Ты мой хороший. Хороший. Да. Хороший, Мансур. Да. Глазки такие, да, скажи, я хороший мальчик. Я хороший мальчик. Вот, скажи, я для вас сел. Спать еще не собираюсь. Да, спать еще не собираюсь. Совсем не собираюсь. Совсем у меня игривое настроение. Давай. Будем прыгать. Прыгать будем? Ой. Когда, скажи, прилетит Андрей? Никто не знает. У него есть телеграм-канал, на котором можно подписаться и там отслеживать. Дышит он тяжело, потому что бегал, скажи, я и прыгал. Я бегал и прыгал, поэтому дышу тяжело. На носик потрогать. Сейчас не видела все ваши сообщения. Лапкой хватанул за эфир. Это Таня была. Это его. Он знает ее прекрасно. Это ему просто она с кольцом была. Ему кольцо, видимо. Ну, отбликануло. Не знаю, как правильно по-русски сказать. Отблеск дало, испугало его, поэтому он.
Улыбается, да, у него прекрасное настроение. Просто я совершенно точно знаю, что спать мы еще не будем. Он потому что спать сегодня лег в 6 часов вечера. Те, кто подписан на телеграм-канал, об этом знают. И спать улегся прямо посреди двух своих вольеров, как будто встречал гостей. А, Мансур, гостей встречал? Пойдем посмотрим, что там Лада делает. Пошли, Мансур. Мансур, пойдем. Мансур. Здорово, дневной сон. Ага, вечерний скорее был. Ты мой хороший. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Пойдем. Пойдем, Мансур. Мансур. Друга бы туда. Зачем? Это же большой, сильный медведь. С другом, боюсь, друг не справится. Пойдем, пойдем, пойдем посмотрим, что там Лада делает. Пойдем? Пойдем, пойдем, мы хорошие. Тут пару дней назад спрашивали, куда Лада пропала. Вот Лада только что была. Вдвоем купались. Ну, медведи, они одиночки, поэтому купаться ему хочется одному. Вот, встал медведь. Медведь, кого ждем? А, Мошенька? Мосечка, миленький, кого ждем? Мосечка. Оператора, скажи, нам нужно. Или бегающего человека. Кто хочет сбросить вес, приезжайте. У нас тут сертифицированный фитнес-тренер. Любимый медведь. Ага. Да, всех любимый. Обходит свою территорию. Ну что, Миша? Мишка, я не могу так быстро бежать с камерой. А прыгать будем, Миша? Прыгать будем? Давай попрыгаем. Мойся. 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 Будем прыгать? Мансурушка. Мансурушка, хороший мой. Привет всем. Сегодня прыгали? Да не раз прыгали. Кто там ходит в моих угодьях? Привет, Карина. Привет, Оля. У нас тут обнюх территории. Спасибо. Да, меня сегодня целый день не было. Мне кажется, он обрадовался, что я пришла. Гостей ждет. Надеюсь, что нет. В такое время я не люблю, когда гости приходят, и медведь тоже. Подрастет, да, еще килограмм на 150 подрастет. А может и больше. Да, Миша, что там? Пойдем, пойдем посмотрим. Пойдем. Пойдем, Миш. Красивый, да. Любимый ракурс. Смотрим вдвоем с котом. Нет, не заводит. Мы не забываем же родителей, даже если долго не видим. Вот Андрей для него такой. Ага, возвращается. Главное быть настойчивой, не уходить со своего места. Насколько я понимаю, к 5 годам свой вес окончательный наберет. Попкой крутит. Ага, он убегает от меня. Не могу снимать и бегать. Еще и в шлепках. Лучше бы кроссовки надела. Коник.
Привет, Тирасполь. А прыгать будем? Давай. Давай прыгать. Давай. Давай прыгать. Давай. Опа. Да, будущее его в безопасности. У него тут есть прописка. Да, Мансур? Приглашает поиграть. Ага. Мансур. 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 Да, зовет побегать. Очень неудобно. Здесь просто вот не очень ровная поверхность. Прыгуны сильно опоздала. Да, Оксан, ты в начале эфира, он началось с дерева. Это была птица на дереве. Потом мы прыгали, бегали. Просто сегодня, наверное, эфир, когда он заснет, не будет, потому что он в настроении не спать. А уже будет поздно. Для того, чтобы... Ну, записи посмотришь. Поздно. Для того, чтобы записывать. Почему я к нему в вольер не захожу? Потому что я вешу 5 раз меньше, чем медведь. Поэтому не захожу. Если вы весите 250 килограмм, можете приехать, попробовать. Я лично боюсь. Да, мыш? Кто тут? Слышно, да, что в шлепках неудобно? Ну да, я не думала, что он захочет бегать. Что тут, черничные кустики, Мансур, да? Кустики черничные. Ему сегодня Лада принесла с леса, ему интересно было, что там такое. Днем поспала, ага. Ну это не днем, это 6 часов, я не знаю, это вечером, наверное, уже. Поесть он вегетарианец. Ест овощи, каши. Зимой, этой зимой не лег в спячку по непонятным причинам. Не спалось чего-то. Дел много было медвежьих. Под ужин видео обеспечено. Ну, там такое смятое видео. Знаешь, как в шлепках бегать с медведем. Представляешь? Сейчас я, извините, вот вам берлогу покажу. С той стороны просто зайду. Вот Лада чистит фильтр. Много? Mm. Вот кому хочется шерсть медвежью, у нас она есть. Да, очередь за медвежью шерстью. Дождя сегодня не было. Сегодня было жарко. Сегодня было 26. Мусульманское имя Мансур. Вся его история на сайте написана. Мансур Ул 14. Он сайт есть в шапке профиля. Посмотрите. Просто я точно не знаю, это алтайский язык или диалект. Я вечно путаю. Поэтому его нашли летчики с алтайским происхождением. И они его так назвали. Плюшевый, ага. Вот он недавно купался, поэтому еще волосы не просохли. Да, Мансур? Наблюдаешь, как Лада фильтр чистит, да? Правильно, он купался сегодня в 7 часов. Что там? Что там такое, зайчик? Пойдем посмотрим. Всегда интересно, скажи, за мамочкой понаблюдать. Мамочка, мамочка. Ну вот он, гравитационную яму свою смотрит. Что там у нас накидано? Мансур не просыхает. Да, точно. Вот такой вот у нас фильтр-система. Ищет, что пожевать. Нет, не ищет. Он уже поел. А если ему хочется добавки, то в лесу всегда имеется. Просто ему нужно поработать и поискать. Вот он, кстати, туда и пошел.
Вот у нас тут, пока я иду к медведю, можно посмотреть на него маленького. Сложная система. Ну, а как? Чтобы медведь работал и жил, как в дикой природе. Ну вот, пока я шла, потеряла медведя. А нет, нашла. Нашла медведя. Ура, я нашла медведя. Мансур, выходи. Ты опять в лес внутрь пойдешь? Вчера вот он лег спать, и я не смогла его снять, потому что он залез в самые-самые кусты и мгновенно заснул. Да, видите, ага. Квест такой, найди медведя. Вроде лес кажется реденький, а на самом деле из-за кустарников порой вообще ничего не видно. Трудно потерять, трудно, согласна. Но иногда в кустарниках теряется, особенно когда сумерки. Вот сейчас, не знаю, увидите или нет, вот здесь вот еда. Вот это к тому, что у него нету еды, вон еда раскидана. Он просто, наверное, пока не очень голоден. Потому что, чтобы медведь не нашел, пять минут. Давай, через минут 10. Туда к вам приходить? Да. Хорошо. И мы пойдем. Хорошо. Под нас. Хорошо, хорошо. Вытаптывает не очень сильно. Вот. Посмотрите. Довольно сильно на самом деле. Нычка, да. Да здесь по лесу столько нычек. Сейчас уже, вон, тоже, вот, смотрите, видите, вот тут нычка. Много нычек где есть. Квесты найди еду, найди меня, ну да. Вот там вот каша лежала на пенечке. Значит, ему не очень понравилось. Нормально он вытаптывает, нормально я вытаптываю такими лапками своими. Вот это вот все вытоптано. Вот еще покажу. Вот здесь вот у него была еда и была закрыта вот этим бетонным камнем. Он бетонный камень отогнул и еду нашел. Нычки не все находят. Он не находит те нычки, которые ему не нравятся. Вот сейчас ему что-то яблоки надоели. Ой, как фокус потерялся. Да, что там, Мансур? Что там, копаешь что-то? Вот такие, скажи, подкопы я делаю. Больше игр придумывать. А вы смотрите нас на Ютубе? Там у него периодически появляются новые игрушки в бассейне, в котором он играется. Ну, потому что ему такие игрушки нужны, которые поломать нельзя. Это очень сложно. И вот придумывается... Когда придумываются хорошие игрушки, которые долго держатся, когда не очень, которые сразу ломаются. Давай, покажи, что там копаешь. Скажи, что я там копаю. Что я там нашел? А? Что нашел? Мансур, хватит копать. Это, наверное, я его нычку. Хотела посмотреть. Может, больше, да, но придумываем по мере возможности. Если есть у кого-то мысли какие-то конструкторские, то добро пожаловать в директ. Вот у нас подписчица одну игру, которую недавно все наблюдали по вытаскиванию меда. Из вот, кстати, за нычкой лезет, наверное. Может, просто на дерево. Нет, за нычкой. Нашел. Вот, кстати, никогда я не снимала, как медведь эту еду в лесу находит. Вот примерно так. И в течение дня вот он ходит, находит. Там тоже что-то закопано. Как называется сайт американский с игрушками для медведя? А вы загуглите или мне в личку напишите, я вам скину, я так просто не помню.
По запаху находят. Ну да, они же видят плохо. Ну, насколько нам сказали. Сейчас подойду, посмотрим, что там медведь делает. Медведь ищет еду. Проволока, электропастух. Ага, спасибо, кто не видела. Кто раскладывает нычки? Сейчас я раскладываю. Вчера к нам приходил подписчик с Ютуба. Он раскладывал, тоже проявлял свою смекалку. Привет. Ждали эфир. Он сегодня не засыпательный. Потому что сегодня медведь очень игривый. Только что от него тоже гости пришли, которые с ним бегали. Он тут бегал, прыгал. Поэтому сегодня у нас начался эфир лазания по деревьям. И сейчас ищем еду в лесу. Почти не видно, да? Я же говорю, когда сейчас сумерки будут, вообще ничего не видно будет. А вот вчера он вот так вот заснул, только чуть-чуть подальше. Ну, вообще медведя не видно было. Я к нему захожу. Нет, я к нему не захожу. Заходит к нему только один Андрей. Что там, Миша? Еще ищешь там? Нет, там нету. В другом месте иди поищи. Жадины, да. Жадины мы такие, Мансур, скажи. Мы жадинки. Все сразу не отдаем. Заставляем работать медведя. Андрей бесстрашный парень. Не, Наталья, сейчас конус убрали. Дадим ему, наверное, или завтра, или послезавтра. Ну, он же как ребенок. Ему надо старую игрушку превратить в новую. Пожалуйста, вот вам сразу покажу, как я копаю. Вот. Легким движением ноги. Вот так. Вот так вот. Ну и что ты там унюхал? Что ты там копаешь, красавица? А, Манюнечка, что копаешь ты? Что ты там копаешь? Там нету ничего. Сосредоточенный парень. Двадцать шесть у нас сейчас, Карина. Мороженое сегодня сделали из клубники, из винограда и из арбуза. А, ко мне лаз копает. Мансур, ты ко мне хочешь? А, Мансур, ты ко мне хочешь, да? Ты мой хороший. Ты мой хороший. Нет, забор здесь, в этом месте не обвалит. У нас проблема с малым вольером. Что за раскопки? Ну вот, это надо у медведя спросить, что-то ему хочется покопать. И там пошел, что-то копает. Может подкоп сделать. Но не в этой части. Нет, не рычит никогда. Рычит тогда, когда ему что-то больно и неприятно. Например, ударит электропастух. Да, в лес пошел. Пошел в лес. Еду, по-моему, нашел какую-то. Да, в еду нашел. Выкопал что-то и ест.
Нет, не собрали еще. Парни нашли, если бы попы виляли. Ну да, даем уроки. А еще если бы вы так вот копать умели, 100% бы нашли. О, Италия, привет. Чао, Италия. Мария Яковлева, вы написали слово «деньги». Я, в смысле, нашел он деньги? Ну да, нашел в лесу деньги. Злато нашел. Мансур. Что там, финики, наверное, нашел? Ну да, можно клад найти. Вот он, кстати, что-то и нашел. Нашел и что-то прям вытаскивает. По крупиночке оттуда. Точно, наверное, финики нашел. Да, уже и не видно ничего. Скучновато. А как это вы определили, что ему скучно? Мне, например, кажется, что ему не очень скучно. Точнее, вообще не скучно. Папа, нет, еще не вернулся. Кто занимается закупками еды? Ну, вот в этом месяце я занималась. Так волонтеры, которые приезжают. Либо девочки, которые во все время кормят. Отзывается на имя, но не как собачка. Он просто знает, что его так зовут. Все на этой прекрасной ноте. Позвольте с вами распрощаться, а то меня уже Лада ждет. Я 5 минут обещала. А с медведем 5 минут пролетает мгновенно. Мансур, иди со всеми попрощайся. Нет, он вся еда у него в лесу. И он всю еду свою находит. Ну, сейчас медведь выйдет, наверное. Нет, не... Ага, он вообще заснул. Во, прекрасно. Какой прекрасный эфир. Хорошо, что я вышла сразу, потому что так мы и ничего бы не увидели. Медведь, как вчера, решил заснуть в лесу. Все, спасибо всем большое за то, что были с Мансуриком. И до завтра. Спокойной ночи.